Мы хотели бы поприветствовать нашу коллегу, которая приложила гигантские усилия в данном проекте, Алису из Франции. Привитание. Привитание всем. Беларусь и Франция, как и все, как и другие диаспоры, объединились все лето, потому что мы не могли оставаться безуважными до того, что отбывается в нашей родной стране, с нашими родными людьми. Мы все разных профессий, разного возраста, во всех разных историях, чему и когда они покинули Беларусь. Але всех нас объединяет любовь до нашей страны и желание помочь нашему народу отримать свободу и достигнуть демократии. Мы любим Беларусь и любим наш другой дом, Францию, и желаем, как французское громадство не стратило связи с демократичной Беларусью и ее народом. И тому, покуль официальное посольство представляет нелегитимную уладу, мы, народные амбассады Беларуси и Франции, будем протягивать подтримание связи помеж нашими народами, информовать про подею в нашей стране и имкнуться допомагать соотечественникам. Ну, для диаспора Беларусь в Франции, Nous ouvrons aujourd'hui l'ambassade du peuple Belarus. Vive le Belarus! Je vais Belarus!